Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне ZTE Blade V2020 очистить кэш. Выключаем наш телефон. Далее зажимаем клавишу громкости вверх и клавишу питания. Когда появляется логотип ZTE, отпускаем клавишу питания и клавишу громкости вверх держим. Далее с помощью клавиш громкости выбираем Wipe Cache Partition, не путайте его вообще никогда с Wipe Data. Нажимаем Wipe Cache Partition, нажимаем клавишу питания. Выбираем Yes, нажимаем клавишу питания. И теперь выбираем первый пункт Reboot System Now и снова нажимаем клавишу питания. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!